4 декабря в Центре культуры и спорта «Московский» прошла церемония награждения лауреатов Республиканской премии «Герои нашего времени». В этом году ее обладателями стали 13 татарстанцев с активной жизненной позицией. Среди них молодой ученый Егор Мандик, магистрант инженерного института КФУ, который изобрел уникальную зубную щетку. У меня цель такая, чтобы продлить человеку жизнь, и поэтому я и пробую разработать продукты, которые бы помогли это сделать. И сейчас вот над зубной щеткой продолжаю работать, та, которая чистит все зубы одновременно. И это упрощает намного жизнь, как детишкам, так и людям с ограниченными возможностями. Кто такие герои нашего времени? Это люди, которые, несомненно, обладают большим и добрым сердцем, а их зачастую самоотверженные поступки – пример для всех поколений. Герои были, есть и будут, они среди нас. Так, например, юный житель поселка Тенишево Нагуманов Артур прошлым летом спас своего одноклассника Искандера, который чуть было не утонул. На тот момент Артур закончил второй класс. Я понял то, что он на глубине и прыгнул к нему. Ребята начали кричать «Айгуль», то что… Искандерик тонет, но я уже его вытащил. В фойе Центра «Московский» организована фотовыставка, на которой представлены обладатели премии и рассказы об их подвигах. В дальнейшем импровизированная аллея героев будет перемещаться по всем уголкам республики, чтобы весь Татарстан знал о подвигах соотечественников. Меняется мода, молодежь меняется, мы все это с вами прекрасно понимаем. Меняются увлечения, неизменным остается лишь одно. Чувство героизма и чувство правильного патриотического воспитания будет всегда залогом правильного человека, залогом хорошего человека. Спасибо всем родителям за воспитание героев. И спасибо всем героям за то, что вы делали и делаете. Спасибо. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.